домой. А у нас ситуация как происходит? У нас когда... Стойте. Логика-то в принципе правильная, да? Попадает собака на улице. Да. Ее берут какие-то там, какая-то организация, служба, да. Она ее держит где-то три дня. Как у нас сейчас это происходит? Да, вот сейчас вот это приют Вита, вот выбрал центр на передержку, он уже 2 года не знает. В этот приют Вита должны доставляться все собаки, отгуленные на улице. То есть все безнаказанные собаки, которые бегают, мешают гражданам. Вот. И там эти собаки должны 3 дня передерживаться. Потом уже приют решает, что с ними делать. То ли, может быть, я не знаю, усыпить, то ли оставить. Вот. И ситуация такая, что... Да, а теперь как на самом деле? На самом деле, а что на самом деле?